я нереально счастлива. И я понимаю, что я лечу в Мексику, в страну моей мечты. Скорее на солнечные морские ванны. Какое-то такое волнение от предстоящего путешествия. Тем более мы едем на крутое обучение. И тоже это, можно сказать, сродни полету души. Наконец-то мы все встретились, увиделись. Могу ли я представить себе путешествие без коллег? Мы узнали много информации новой, актуальной от суперэксперта мирового уровня. Просто бесподобный Яни Ван Локхан, профи, за которым хоть на край света. Преимущество такого формата обучения заключается в том, что есть возможность получить не только новые знания. Путешествовать, дружить и узнавать мир. Всегда это невероятное путешествие с обалденными впечатлениями. Сколько нужно учиться, чтобы научиться? В год ездим по 5-6 раз. С каждой конференции мы берем по крупинке, и мы постоянно усовершенствуем наши знания. Мы всегда рады обмениваться опытом, слушать новые техники. Ради знаний я готова приехать на другой континент. Красота внешнего мира, она всегда дает заряд энергии и вдохновения. Вдохновляясь этой красотой, в своих кабинетах творим. Тому обирайте найкращих для себе, а за кабинет под вам застать, я завжди впевнена, що буду в колі найкращих.